Что здесь лучше? Мне нравится коврик. Коврик? А мне его лучше. Прекрасно. Разноцветная мебель. И мебель красивая, да? Новоселье здесь уже отметили 115 детей. Всего садик рассчитан на 230 ребят. В течение месяца сюда наберут еще детей, которые ждут своей очереди. На открытие пригласили и родителей. Они сегодня рады новому саду не меньше малышей. Судя по моему ребенку, она очень счастлива, очень ждала, наконец, открытия садика, очень довольна, радуется. По утрам с удовольствием просыпается и с большой радостью спешит в детский сад к ребятам. Но это очень здорово. Это как переселиться в огромную новую квартиру, в огромный дом. Открытие сада здесь ждали еще в 2014 году, но из-за проблем с подрядчиком все затянулось на несколько лет. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось в прошлом году во время рабочего визита в «Горячий ключ» губернатора. Он взял этот вопрос под свой контроль. Дети, к сожалению, не ждут, они растут. Коллеги, я просто призываю вот завершить со всякими совещаниями и выяснениями отношений. То есть выйти вместе на эту стройку, пройдитесь по этажам, и вы поймете, каким образом его достроить. Поручение Вениамина Кондратьева было исполнено. Удалось найти решение и достроить здание в короткие сроки. Когда мы в принципе говорим о качестве жизни людей, о повышении качества жизни, мы должны учитывать, что первоочередное для каждого человека – это детские сады, это школы, это больницы. Здесь будут применяться самые передовые практики, здесь будут работать психологи, логопеды и дефектологи. То, что сегодня, и здесь будет коррекционная группа, то, что сегодня в «Горячем ключе» еще ни в одном детском саду не применяется. Садик оснащен новой мебелью, техникой. В нем есть свой пищеблок, спортивный и актовые залы. И сегодня там уже прошел первый концерт с участием детей. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.